Субботнее утро, но не совсем раннее. Автомобилей под знаком «Остановка запрещена» с дополнительной табличкой «Указание временного интервала» здесь уже быть не должно. Но хозяева авто не торопятся убирать свой транспорт. О том, что это серьезное нарушение, им решили напомнить сотрудники ГИБДД. Работники эвакуаторов действуют быстро. Видно, что дело это для них привычное. 3 минуты, и легковая машина погружена и увезена на штрафстоянку. Сегодня у нас проводится рейд госавтоинспекции совместно с администрацией по Ленинскому городскому округу, направленный на эвакуацию автотранспорта, который паркуется в неположенных местах. Убрали те автомобили, которые стоят в нарушении требований знаков. Значит, соответственно, убрали те автомобили, которые стоят вот под нарушение требования знака 8.24, которые мешали проезду автотранспорта и, соответственно, проезду общественного автотранспорта. Здесь ходит общественный автотранспорт и, к сожалению, не может развернуться. Кроме того, машины паркуют близко к пешеходным переходам, что создает опасность для людей, переходящих проезжую часть. Их просто не видно из-за стоящих автомобилей. Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский, делавший объезд муниципалитета в это утро, заглянул и в зеленые аллеи. Он отметил, что это не единственное место, где существует подобная проблема. Я могу таких точек еще, наверное, 5-6 в целом по округу назвать. И вот сегодня с 9 часов, что называется, без предупреждения, сотрудники ГИБДД в установленном законном порядке приступили к этой работе. Насколько вот сейчас прозвучало, уже порядка 15-20 транспортных средств уехало на штрафную стоянку. И я могу сказать, что это, ну, может быть, не очень, знаете как, эмоционально приятная работа, но она необходима. Необходима в целом для того, чтобы обеспечить порядок на уверенной нам территории. Мы эту работу обязательно продолжим в других локациях. Конечно, существующую проблему парковок нельзя решать только так. Ежегодно благодаря администрации округа создаются сотни парковочных мест. Только в этом году появилось порядка 700 машиномест. Данная программа муниципалитетом рассчитана на 3 года. И с каждым годом мы увеличиваем количество машиномест для жителей, именно бесплатных. Ну и плюс, конечно, это застройщики, которые за счет собственных средств строят плоскостные парковки, да, они платные. Вот, но цена на этих парковках фиксирована. По зеленым аллеям, значит, застройщик здесь предусмотрел альтернативу, построил плоскостную парковку. Она расположена недалеко там, от зеленых аллей. Но владельцы в целях экономии не торопятся оставлять на ней свой личный транспорт. Правда, насколько выгодна такая экономия, сказать сложно. Татьяна Брылова, Ольга Садовская, Кирилл Иванов, Видное ТВ.